Новосибирцы смогут увидеть посевные комбайны на полях только в мае. Начать сев яровых не позволяют затянувшиеся морозы. Однако, по словам аграриев, они еще успевают попасть в оптимальные сроки. Что же касается засеваемых площадей, то тут существенного отличия от прошлого года нет. Почти 2 миллиона 400 тысяч гектаров займут яровые и технические культуры. И это на 15 тысяч гектаров больше, чем в 2022. Связано это со сложностями на зерновом рынке, низкая цена, трудности в логистике. Все это повлияло на то, чтобы растениеводы более экономично рассчитывали траты. По технической части большинство новосибирских хозяйств готовы. Техника, семена и горючие смазочные материалы, минеральные удобрения закупили в полном объеме. Но весенние полевые работы – это не только посевная, но и обработка озимых, поднятие паров, вспашка зяби. Все эти работы уже стартовали и продолжаются в плановом режиме.